Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня пеку творожный пирог с насыщенным сливочным вкусом. К тому же я добавлю туда яблоки. Вместо них можно взять груши или любые сезонные фрукты. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Яблоки режу кубиками средней величины, кожицу не очищаю. Сюда же добавляю сахар, 1 или 2 столовые ложки, в зависимости от кислоты яблок. Ванильный сахар, корицу, размешаю и дам постоять. Тем временем сделаю тесто. К яйцам добавляю сахар, ванильный сахар и размешаю до растворения сахара. Долго взбивать не нужно. Сюда же добавляю сметану, у меня 15% жирности, растительное масло и мелкозернистый творог. И также просто размешиваю. Отмечу, что если вы берете творог крупнозернистый, предварительно протрите его через сито или измельчите погружным блендером. Далее добавляю муку с разрыхлителем в несколько этапов и размешиваю. Тесто получается вот такой консистенции. Форму диаметром 22-24 см смазываю маслом и выкладываю половину теста. Распределяю равномерным слоем по дну, кладу начинку и покрываю ее оставшимся тестом. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты не менее интересной и вкусной выпечки с яблоками. Ссылки вы найдете под видео. Готовому пирогу даю остыть, но, между прочим, он очень хорош и в горячем виде. Посыпаю сахарной пудрой и можно подавать. Пирог получается с насыщенным сливочно-творожным вкусом. По структуре он очень нежный и сочный. Такой пирог отлично подойдет как выпечка к чаю, а также как альтернатива творожной запеканке на завтрак. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.